Об этом спортивном событии будут вспоминать еще долго. Ведь это настоящий фурор. Факел разгорелся с новой силой. И теперь арктическая дружина в Лиге чемпионов. С подробностями наш корреспондент, который вместе со всеми горячо болел за своих. Атака, нескончаемые удары, эйсы. Как обычно, игра «Факела» прошла в стабильном напряжении. Наша команда на решающем матче бронзовой серии вырвала у питерской «шестерки» путевку в Лигу чемпионов. Эти места нам дают пропуск в Лигу чемпионов, что для «Факела» как бы новый турнир, в котором никогда не участвовал. Очень доволен, потому что по итогам сезона и игроки, и тренерский штаб, медицинский штаб проделали огромный объем работы, что, в принципе, вылилось в эти результаты. Эта бронза стала прекрасным завершением сезона для арктической дружины, которая достигла всех целей, поставленных перед командой в начале сезона. Попасть в финал Кубка России, завоевать медаль клубного чемпионата мира и медаль чемпионата страны. Готовились мы, конечно, очень серьезно, ждали хорошей борьбы. Жалко, что мы обычно расслабляемся после второй партии, но мы все-таки смогли собраться и дожать Питер. С этой командой очень важно держать прием и подавать свою подачу. Поэтому и как можно меньше ошибаться, потому что игроки опытные. Если ты делаешь пару ошибок, они сразу в тебя вцепляются и уже не отпускают. Вцепились и не отпустили в этот вечер игроки сборной «Факела» спортивную удачу. В напряженном противостоянии табло долго горело с непростительной для финального матча разницей в половину очков. «Факел» стремительно шел к своей награде. Казалось, игра завершится в три периода. Но в последнем розыгрыше серии питерский «Зенит» смог отыграть партию, из-за чего и без того напряженная игра перешла в четвертый период. Но даже эта задержка не помешала «Факелу» получить свою заслуженную награду. У «Факела» был невероятный настрой и желание закончить серию именно на глазах своих болельщиков. На решающих минутах весь зал встал и беспрерывно скандировал имена своих героев. Приятно, что в историю мы вписываем себя. И это было очень важно, потому что мы очень долго находимся в этом клубе. И хотелось оставить свой след такой, который будет помниться. Надеюсь, этот рубеж, так сказать, мы превзойдем в следующих годах. Третье место – это не предел. Что третье место не предел, «Факел» намерен доказать уже в следующем чемпионате страны. А пока команда вместе с верными болельщиками отмечает долгожданную победу. Лала Гасанова, Феликс Расихин, телерадиокомпания «Сигма» для «Нур-24».